Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, версию 1.9, где сегодня мы будем рассматривать такую небольшую команду, но она будет очень веселой и также интересной. А что именно мы сегодня научимся жонглировать в Майнкрафте? Да, ребята, я обещаю, это будет много веселья, но, ребята, перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел попросить поставить лайк. Каждый ваш лайк для меня очень важен, и я вам даю свое слово, то что если мы наберем 1000 лайков на вот этой серии, то завтра выйдет новая серия без модов. Тем самым вы будете получать новые видео каждый день. Также не забываем подписаться на мой канал. Тут есть небольшая ссылочка, кнопочка, на которую вы сможете нажать за полсекунды. Но за эти полсекунды вы действительно сможете сделать меня хотя бы немного счастливее, потому что каждый подписчик для меня очень важен. Каждый мой подписчик для меня как друг. Поэтому, если хочешь стать моим другом, просто подпишись, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. Как же нам научиться жонглировать? Я не скажу то, что это будет очень сложно, это будет очень даже просто. Это небольшое видео, но все же, ребята, давайте мы посмотрим, как же можно научиться жонглировать в Майнкрафте. В первую очередь нам нужно выдать себе команду. Все это просто делается, в принципе, многие, я уже надеюсь, запомнили, как это делается, потому что многие меня еще продолжают спрашивать: Эдисон, а как тебе выдать командный блок, как вписать команду? Вот так ее нужно вписать, и... эта махина спавнится практически за полсекунды. Это по сравнению с другими командами очень даже быстро. Да, мы выдаем себе яйцо спавна. Да, тут у нас можно разрушить эту машину. Тут у нас яйцо спавна тех самых мячиков, которыми мы будем жонглировать. Кто не заметил, действительно, ребята, тут фиолетовые командные блоки. Кто не знает, это новые командные блоки, которые вышли в новом обновлении к Майнкрафту 1.9. Да, сейчас, ребята, вроде есть три разных типа командных блоков, и это один из них. Что нам нужно сделать? Нам нужно заспавнить эти самые мячики. Как они работают? Чтобы их поднять, они будут у вас валяться на земле. Чтобы их поднять, вам нужно стать на shift. Вы становитесь на shift, и все. Вы поднимаете эти мячики. То есть они поднимаются в одну руку, в правую. Давайте станем на третьего лица, только с камерой спереду, да? Как жонглировать? Нам нужно нажать на... На что нам нужно, ребята, нажать? Как вы думаете? Мне, ребята, я не скажу то, что тут очень большая какая-то система жонглирования, но все же, ребята, вы нажимаете на правую кнопку мышки. Вы перекидываете. Чтобы перекинуть обратно в правую руку, с левой. Вот сейчас у нас в левой руке. Давайте еще раз посмотрим. Сначала от первого лица. Сейчас у нас в левой руке, да? Мы перекидываем... Ой. Сейчас у нас в левой руке. Мы перекидываем обратно. Вот так. В правую сейчас мы и перекинем. Вот, мы перекидываем в правую. Чтобы обратно перекинуть их в левую, нужно нажать на буковку F. У вас меняется положение руки, и вы обратно можете перекинуть в левую руку. Главное, не отпускайте Shift, потому что эти мячики поднимаются только тогда, и вы можете их использовать только тогда, когда вы стоите на шифте. Да, сейчас обратно, ребята. Давайте обратно перекинем их в правую руку. Вот так. Сейчас обратно в левую, обратно в правую, обратно в левую. Давайте посмотрим от третьего лица, как это выглядит. Перекидываем вот так и вот так. Я просто офигеваю, насколько тут красивая анимация. Ну вы прикиньте, чтобы вот так все передвигалось, чтобы вот так все... выглядело в Майнкрафте. Ребята, вот действительно, те, кто делают эти команды, у них руки растут с нужного места, потому что делать такое, мне кажется, не так-то и просто. Но это еще не все. Давайте мы попробуем чередовать. То есть нажимать F, правую кнопку мышки. F, правую кнопку мышки. И посмотрим, что у нас получится. Давайте, ребят, попробуем. Вот так. Сейчас, давайте. Вот сейчас. Вот так. Опа, опа, опа. Иди, смотрите на руки, ребята, смотрите на руки. Смотрите на руки, как будто мы действительно, знаете, вот так. Прям робот какой-то. Но все же это действительно прикольно выглядит. То есть, ну, если намного быстрее? Я еще прям, знаете, зафлужу кнопки. Быстро, быстро, F, F, правая кнопка. Давай, 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 давай. А было бы круто, если бы тут только не три было. То есть, если бы тут было около пяти вот этих мячиков,
И у них траектория полета была, допустим, не вот такая, да, а она была вот так над головой бы пролетала. То есть у нас бы мячики подлетали намного выше. Как бы это офигенно смотрелось, если бы вы жонглировали несколько мячей, то есть не 3, а, допустим, 5 или 7. Еще бы было намного круче, если бы они были разного цвета, чтобы вы могли замечать, где какой летит. То есть если бы, например, был какой-то желтый, красный, зеленый, мне кажется, действительно было намного круче. Но все же, ребята... Итак, это очень крутая команда. Она, конечно, вам вообще ни капельки не поможет в вашем выживании в Майнкрафте. Но иногда вы просто-напросто можете повыпендриваться перед друзьями, мол, а ты так можешь? А ну, давай, а ну, покажи. Он прям, он будет так стоять. Чувак, а как ты это делаешь? Это действительно будет круто. И, в принципе, иногда это даже вас отвлечет. Вы можете поставить заспавнить где-то... давайте вот так. Вот, заспавнить, допустим, где-то у вас в дома, я не знаю, сделать какой-то специальный стенд и заспавнить. И когда вы захотите, вы просто... Разомнуть пальчики. Подходим, это удаляем, подходим, опа. И начинаем. Когда вам надоело, просто отходим, и мячики тут остаются. То есть это реально круто и... Хоть и очень маленькая команда, но иногда можно даже повеселиться. Да, ребята. А сейчас, к сожалению, мы уже будем на этом заканчивать. Ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите, скачивайте, и хотя бы парочку минут вы все-таки сможете повеселиться. Да, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк, потому что каждый ваш лайк для меня очень важен. Я даю вам слово, наберем 1000 лайков, завтра выходит новая серия без модов. Также тут есть кнопочка, вот тут, не вот тут, а вот туда, в том направлении. Есть кнопочка, на которую вы можете нажать, если вы еще не подписаны на мой канал. Полсекунды времени, чтобы нажать на эту кнопочку, но за эти полсекунды, в принципе, для вас может ничего не измениться, но для меня изменится, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии под видео, потому что я читаю ваши комментарии, я на них отвечаю, тем самым я общаюсь со своими подписчиками. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.